Лампа! Да, Кирюш. Прикольно же. Дядя Володя Костин в наш дом ехал, да? Слушай, нормально, дядя Володя? Новоселье отмечает. Ключи нам сунул и погнал куда-то. А может, у него срочный вызов? Он даже мобильник забыл. Так, ты руки мыл? Ты чего стучишь? Звонок же есть. Здрасте, дядь Слав. Привет. Володя, на счастье. Так ее снаружи надо вешать. И рожками вверх. Да? Да. А я и не знал. Ну, давай Вовке спросим, как ему больше нравится. Ну, спросим, когда вернется. А его нет дома, что ли? Нет еще. Лампа, я уже есть хочу. Че, он не сказал, куда уехал? Ну, наконец-то. О, подожди, пусть лампа откроет. Я? Володе будет приятно увидеть ее на фоне своей новой квартиры. Володь, я не понимаю, у кого сегодня праздник? У тебя или у меня? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Зина зовут. А Володя сказал, что немножко задержится. Поддержите, пожалуйста. Ага. И это поддержите. Хорошо. Спасибо. Здрасте. Вы в Лампе? Да. Угу. А вы не разувайтесь, у нас ремонт. Ой, а я знаю. Давайте, спасибо. А вот, кстати, обои. Мы вместе с Володей выбирали красивые, правда? Здрасте. Здрасте, здрасте, да. Здрасте. А вот. Ой. Синий. Как он любит. Ой. Опа. Спасибо. Вы знаете, с этим переездом всегда так, да. Ага. Положи сюда. Я когда переезжал, тещу забыл, представляете? Да, смешно. А вы прежняя хозяйка, да, тут? Я Володина жена. Ну, почти, невеста. Мы просто заявление пока не подали в ЗАГС. Вы знаете, Володь все время на работе. А это вот, кстати, Володя. После бритья очень хороший парфюм.
Пойдемте на кухню, тяпнем по рюмочке за знакомство. Пойдемте. Пойдемте, да. Ага. Вот. Здрасте. Здрасте. Ничего, сейчас мы погуляем. Ой! Ой! Ой, простите, ради бога. Ну как же это вы так? Зена Васильевна. Хорошо. Ага. Зина, а где он вас откопал? Простите, я имею в виду, как получилось, что вы знакомы? Огонька не найдется? Пожалуйста. А я сейчас расскажу. Меня Володя как-то подвозил. Я очень сильно на работу опаздывала. Троллейбус сломался, но в маршрутку я не влезла. Не побоялись сесть в машину к незнакомому мужчине? Он был в милицейской форме. Среди милиционеров тоже встречаются, знаете, всякие маньяки и оборотни. Вы уж аккуратнее в следующий раз. Скажите тоже. Зина, а кем вы работаете? Я работаю экскурсоводом в оружейной палате. В оружейной палате? Прикольно. Это Володя, наверное. В оружейной палате? Я открою. Это Володя, наверное. Володя, да. Это где все сокровища нашей страны? Да, именно там. Все богатства? Все богатства. Здравствуйте, дядя Володя. Привет. Что? Надеюсь, все в сборе? Все. Даже ваша оружейная палата пришла. Кто? Ой. Да, конечно, конечно. Ну что? Что, ко мне опять? Евгений Павлович, давайте еще раз. Все по порядку. Постарайтесь не упустить даже неважные, на ваш взгляд, как могут вам показаться какие-то мелочи. Потому что для нас важна каждая деталь. Ну, какие мелочи, господин следователь? Какие мелочи? Если б я знала заранее, что он ее убивать пришел. Сергей Сергеевич, я наверх. Я бы, конечно, все эти мелочи-то и запомнила. А тут... Соня вообще была девочка такая товарищ скромная, хорошая. Я вот что хочу сказать. Потом. Так. Хорошая. Умная. Она ведь работала и училась. Угу. Мужиков в дом не водила, угу. Это уж точно. А когда это появился у нее Володя-то, я так за нее порадовалась. Угу. Парень хороший, скромный, вежливый, всегда здоровался. Ой, да нет, он хороший парень, не бандит какой-нибудь. Это а кто? Точно. Что кто? Ну, если не бандит, то кто? Ну, откуда я знаю? Я же с ним не знакомилась. Я только здоровалась. Хорошо, почему вы тогда решили, что он не бандит? Так ведь он же на «Жигулях» ездил. Да, примета очень существенная. Ну? А сегодня этот Володя приходил? Приходил. Сразу поднялся к Соне. Я вот тут вот сидела. Угу. Вы знаете, вдруг я слышу звук какой-то, словно балка переломилась. Негромко. Выстрел, что ли? Да. И тут Володя выходит. Выходит и так на окно посмотрел. И к машине. Угу. И так припустил бегом. И вы нам сразу позвонили, да? Ну, нет, я не сразу позвонила. Я сначала коляску с ребенком отвезла дочке. Пусть сама понянчит. Не все же мне одной нянчиться. Мы ведь одни растим ребенка. Давайте о Володе. Хорошо. Вот скажите, вы можете его описать? Да, я попробую. Сергей Сергеевич, одну минуточку. Одну минуточку. Да, да. Ой, я мешаю. Тут такое дело, я... связался с Петровкой, они пробили пушку, пистолет, из которого убита Софья Репнина, принадлежал Лёше Принце, он с ним в двух последних налетах засветился. Угу. Но Лёшу взяли при нападении на инкассаторскую машину, операция руководил Костин, он же изъял оружие. Костин? Ну да. Володь, что ли? Ну. Так, знаешь что, свяжись с Петровкой, пусть пришлет фотографию Костина. Зачем? Выполняй. Ты серьезно, Вовка? Угу.
и в ЗАГС пойдете. Пойдем, а что? А лампа? Скажи, тебе действительно нужно объяснять, почему появилась Зина? Потому что ты ее выбрал. Потому что лампа... Потому что лампа выбрала свободу. Ну и правильно делаешь, Вовка. И не нервничай. А я и не нервничаю. И не нервничай. Евгения Павловна, сейчас мы пройдем в нашу машину. Там у нас есть компьютер. Мы вам покажем одну фотографию, и вы скажете, этого человека вы видели сегодня утром или нет. Хорошо? Хорошо, ждем. Такая машина, какая серьезная машина. Ой. Давайте выпьем за то, чтобы никто не нервничал. Да. И за новоселье. Спасибо. Ура! 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 Спасибо тебе. Я открою. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, проходите. Володя будет очень рад. Да. Мы вас накормим. У нас селедка вкусная. Нет, спасибо, селедки не надо. Мне Володь на минуточку. Да? Да. Володь, к тебе пришли. Там ваш Митрофанов пришел. Митрофанов? Да. Серега. Серега. Серега, привет. Здорово. Водка кончилась. Лампа, у тебя есть водка? Есть. Сейчас принесем. Пойдем. Привет. Может, с новосельем поздравишь? Можно было бы, да как-то не хочется. Давай. На. Пошли. Случилось что? Случилось, ты арестован. Серега, да ты что, Серега? А кто арестован? Володя арестован. Кто? Володя арестован. Это, наверное, такой ментовской прикол, да? Володечка, а что здесь происходит? Ничего, поясни. Чего спокойно? Ничего не понимаю. А кто это? Хорошо, Митрофанов. Сказал, что Володя арестован. Ты арестован по подозрению в убийстве Репниной Софьи Николаевны. 1979 года рождения. Ты что, Митрофанов, с ума сошел? Это же Володя Костин. Что? Если это шутка, то она затянулась. Володечка, как же так? Подожди, ничего. Это недоразумение. Я ничего не понимаю. Остаешься за хозяйку? Угу, хорошо. Лампа тебе поможет. Угу. Ну, веди. Теплее оденься, там холодно. А я скоро вернусь. Так, спокойно. Как все узнаю, сразу позвоню. Позвоните, спокойно. Мне позвоните. Хорошо. Что теперь делать, а? Слушайте, а может быть вещи ему отдать? Я завтра приду. Ремонт надо начинать. До свидания. До свидания. До свидания. Зря ты ей ключи дала. А у меня запасные есть. Тем более Володя просил ей помогать. Ну ты от этого не в восторге. Я тебя понимаю. Да не появится она здесь больше. Ты видел, как она сразу поверила, что арест не шутка. Она тем более не знает дядю Володю. Не понимает, что он никогда никого не мог убить. Завтра посмотрим. Холодно. Пойдем домой. Муля, Ада, Рэйчел, домой. Пойдем, пойдем. Ребята, берите, быстро! Ад! Лежать лицом вниз! Стоять, руки за голову! Тише, 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 коллега! Что-нибудь одно, либо лежать, либо стоять! Тихо! Майор Костин! Что ты мне показываешь?
рассказываешь? Ксиву метро купил. А у вас пистолетик из детского мира. О, все хорошеешь? Стараюсь. Угу. Так. Здорово. Здорово. Что ты здесь? Да так. Привет. 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 Не трогать. Не трогать. Это мои бумаги. Все, что находится в этом кабинете, поступает в распоряжение следователя. А я кто? Слушай. Ярослав, перестань, не так тошно. Дело буду вести я. Заместителем назначен Гена Рожков. Почему не я? Ты задал глупый вопрос, потому что ты зам Костина. Ярослав? Начальник! Начальник, блин, открой! Подожди, я хочу! Привет. Привет. На к чаю. А где Володя? Нет Володи. Извини, что не позвонил. Не хотелось по телефону. Плохо дело лампа. Хуже некуда. Все улики против Костина. Какие могут быть улики? Ты о чем? Кофе будешь? Буду. О, привет. Привет. Так. Ага. Ну? Его опознала соседка. Угу. Она видела, как он входил в подъезд, так, где проживала Софья Репнина. Угу. Потом произошел выстрел. Потом вышел Володя. Угу. Соседка вызвала милицию. Квартиру вскрыли. Там труп и пистолет. Если бы Володя захотел поохотиться на незнакомых девушек, он бы, по крайней мере, уничтожил бы оружие. Они что, не понимают, что он профессионал? Во-первых, кто тебе сказал, что были отпечатки на пистолете? Их не было. Это тоже очень профессионально. Во-вторых, соседка утверждает, что он часто к ней похаживал. И она думала, что дело идет к свадьбе. Соседка, можно подумать, ты во все это веришь. Ну, не мог Володя никого убить. И похаживать он никому не мог. У него Зина есть. Ну, не злись, я тебя прошу. Я сам ничего не понимаю. Ну, а Володя что говорит? Не знаю. Меня к нему не пустили. В интересах следствия? Потому что вы друзья? Там у него все друзья. Я его зам. Хорошо, что следователи назначили из наших. Серегу Митрофанова и Гену Рожкова. Они из прокуратуры. Опять этот Митрофанов. А чего ты его так не любишь, а? А чего его любить? Ха. Кстати, а где наша оружейная палата? Раз жена, пусть передачу несет. Сказала, сегодня приедет. Ремонт делать. Угу. А почему ты не в школе? Болею. Болею. О, а вот оружейная палата. Здравствуйте. Здрасте. Извините, что побеспокоила. Никак с ключом не справлюсь. Давайте я попробую. Здрасте. Здрасте. Что, помощь нужна? Хочу сегодня обои поклеить. Здрасте.
и полы помыть. Ага. Ух ты, спасибо. Но мы бы вам могли с ремонтом помочь. Правда, Кирюш? Конечно. Нет-нет-нет, спасибо, я сама. Я сама. Ну, до свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо еще раз. Всего доброго. Я же говорю, она на разводе была. Зина, что случилось? Зина! Ну что вы, как по покойнику, честное слово, а? Зина! Зина! Зина, ну не плачь. Все будет, с Володей все будет хорошо. Зиночка. Здрасте. Здрасте. Ой, я, наверное, перепутала. Мне нужен Володя. Ничего не перепутали. Это Володина квартира. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Да. Ага. А, здрасте. 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 Зиночка, не плачь. Спасибо, как неудобно. Раздевайтесь, раздевайтесь. Ага. А, спасибо. Ага. Как неудобно получилось. Он говорил, что квартирка маленькая, что живет один. Кирюш, стул принеси. Ну все, вот мы и приехали. Успокойся. Даже говорить ему не стало. Ага. Он сам узнал и сказал, что ты там в деревне делать будешь. Приезжай. Ого, наш Володя? Да. Угу. Проходите на стульчик, пожалуйста. Только, правда, просил подождать, когда переедет. Ага. Проходите. Вот мы приехали. Здрасте. Проходите. Здрасте. Ага. Присаживайтесь. Ага. Папку скорее хотим увидеть. Ага. Вы знаете, я забыла, извините. А у меня сегодня экскурсия. Конечно, я забыла, ничего. У меня сегодня даже две экскурсии. До свидания. Я, наверное, не вовремя, да? Ярослав, разберись. Ну, Володя. Как вас звать? Олеся. Олеся, да? Зина! Да подождите вы! Зина! 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 Олеся, пойдемте выпьем примашечки на кухню, а? Ой, что вы, нам нельзя. Спасибо. Ну все равно, да? Пойдемте чайку попьем. Ага. Проходите, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Вот сюда. Ага. Зина, подождите! Зина! Зиночка, я понимаю, как вам сейчас плохо. Зина! Да не надо, прошу вас, не надо! Зина, пожалуйста, не сердитесь на Володю. Не спешите с выводами. Он вернется, вы сами все обсудите. Я вас очень прошу, я сама удивлена. Да я тоже. Он ведь очень хотел, чтобы вы стали его женой. Он вас очень любил. Он и теперь вас очень любит, я знаю. Он мне сам рассказывал, и я могла это как-то понять, но теперь я ничего не понимаю. Спасибо вам. Спасибо, что вы были любезны со мной. Но вы же не собирались за Володю замуж. Ведь не собирались. А держать мужчину на коротком поводке – это ведь такое удовольствие, ведь правда? Но сейчас ваша роль усложняется. Та девушка беременная. А беременным нельзя волноваться. Раз, два. Беременным обязательно нужно делать зарядку. Обязательно. Это трудно. Но придет время рожать. Вспомните меня с благодарностью. Вот. Видите, как я делаю, да? Запомнили? Вот. В общем, я вам рекомендую прочитать специальную литературу и, если что, спрашивайте меня обо всем. А где Володя? Володя? В командировке. А можно ему позвонить? Позвонить нельзя. Он в тундре. В тундре?
ума сошел? В какой тундре? Ей же волноваться нельзя. С языка сорвалось. Да? Лампа. Уж лучше тундра, чем тюрьма. Какая тундра? Беременным нельзя волноваться. Олесенька, ты куда пошла? Ты куда? В тундру поехала. Нет, рановато. Рановато в Олеся. Тундру. Ну, Олеся, ну, оставайся дома лучше, Олеся. Конечно, раздевайся. Ты что? Рановато, Олеська. Идай. Олеська, давай оставайся. Конечно. Лучше. Садись. Иди садись. Иди отдохни, садись на стульчик. Вот отдохни. Вот. Давай, садись. Садись, ага. Да. Что делать будем? Откуда я знаю? Володина вещи. А я ему свитер связала. Показать? Конечно. Да. Ага. Да. Ну-ка, покажи. Вот. Вот какой свитер. Володь, не понравится. Нравится, да? Да я бы тоже от такого не отказался бы. Так я вам тоже такой же свяжу. Да? Да. Хорошо. Володя скоро вернется. Ну, я не знаю, понимаете, это секрет, командировка. Как там дела пойдут, в общем. Ой, ну ладно, поскучаю. Поживу пока здесь. Ну, приберусь, что ли. Конечно. Пойду посуду помою. Какую еще посуду? Олесенька, подожди, и убираться не надо. Ты пока у меня поживешь. Вы поживете у меня. Да. Ты не волнуйся, здесь недалеко. Правда, конечно. Ярослав? Конечно. В соседней квартире. Бери вещи. Ну, поехали, поехали. Поехали. А кого мы ждем-то? Сына. Вот. Володеньку. Хорошее имя, да. Сейчас пообедаем. Только у меня денег совсем мало. Обед у нас бесплатный. Я в библиотеке в деревне работала. Знаете, какая там зарплата? Ой, про деньги, уборку и всякую ерунду забудь. Пойдемте. А мне Володя про вас рассказывал. Про меня? Ну, он говорил, что ему очень повезло с друзьями. Да? Если честно, я от Володи такого не ожидала. Зина, Олеся. Ревнуешь? Я? Да ты что? Значит, показалось. Согласись, Лампа, наш Володя здоровый, красивый мужик. И всего две девушки. И заметь, только одна из них беременна. Мало, подозрительно мало. Кстати, девушек три, еще Соня. Ой, насчет Сони следствие покажет. Знаешь, я его давно подозревал. В чем? А в том, что он такой вот. Какой? Вот, Лампа, не секрет, что я натура увлекающийся. Я этого не скрываю. Почти ни от кого, только от жены. Да ну тебя! Что да ну? Лампа, а Костя меня постоянно за это шпынял. А почему? А потому что у него самого рыльца в пушку. Да? Мне такое объяснение не кажется убедительным. Мне тоже. Ярослав, а как бы с ним поговорить? Пока никак. Все, что ты сейчас можешь сделать... Угу. Это в передачу маляву сунуть общего содержания. Мол, желаем здоровья, ждем, любим. Все. Скоро у тебя будет сын. А вот этого пока не надо. У него в тундре есть о чем поволноваться и без этого. Вот вернется и пусть разбирается со своими девушками. Ярослав, скажи, что там произошло на самом деле? Ведь Володя никого не убивал, правда? Лампа, самое главное – верить Володе. А все, что он сделал или не сделал, значит, так было нужно. Скажи мне адрес Сони Репниной. Так я до маркета, говоришь, подбросить? Ну, садись тогда. Привет. Привет. Девочки, сейчас гулять пойдем. Я уже погуляла. Спасибо, Олеся.
А Володе точно нельзя позвонить? Точно нельзя. Он сказал, что когда сможет, сам позвонит. Я понимаю. Он не в тундре, да? Вы специально так говорите? Почему специально? Ну, а где же он может еще быть? В горячей точке. Его там убьют. Не убьют. Он работает под прикрытием. Такими специалистами, как он, рисковать никто не будет. Алло, Ярослав, это ты? Это Зина. Ой, как хорошо, что вы позвонили, Зина. Вы знаете, Алиса же ведь не виновата. Не об этом речь. Запишите мой адрес, Евлампия. Сейчас. Сейчас. Пишите? Угу. Зеленый проспект, дом 5, корпус 3, квартира 9. Евлампия, я хотела с вами поговорить о Соне и о том, как она работала в цветочном магазине. У меня для вас есть очень важная информация. Хорошо. Я еду прямо сейчас. Нет, пожалуйста, Евлампия, завтра. Мне и так тяжело решиться на этот разговор после всего. Жду вас завтра в 8 утра. Пожалуйста, не опаздывайте мне потом на работу. До свидания. Выходим. Лицом к стене. Проходим. Лицом к стене. Присаживайтесь. Свободен. Ну как ты? Нормально. Слушай, могу тебя вытащить, вот, только если буду знать правду. Ты не адвокат. Тебе улики надо собирать. Против тебя? Против убийцы. Слушай, ну кончай геройствовать, Володь. Ну, помоги мне. Тогда вот, чтобы в камере не было проблем. Что это? Не надо. Ты же знаешь, какие там законы. Да ты что? Не надо, не подставляйся. Ну, как знаешь. Ну, давай. Задавай свои вопросы. Ладно. Зина, открой! Зина! Ярослав, привет, это Лампа. Привет, Лампа. Я стою у Зининой квартиры. Ну? Оружейная палата. Угу. Она меня просила вчера приехать к ней. Так. Хотела мне что-то очень важное рассказать про Володю. А теперь дверь не открывает. Передумала, значит. Ты знаешь, у меня какие-то предчувствия нехорошие. Ты можешь приехать, а? Пожалуйста, скроем квартиру, посмотрим. Ой, Лампа, надеюсь, тебя никто не слышит. Ладно, говори адрес.
Хорошо, что вы приехали. А я звоню, никто не что открывает. Случилось? Представляешь, что Зина случилось, просила меня приехать, а сама не открывает. Евлампия Андреевна, отойдите, здрасте, пожалуйста. А чего так долго-то? Ну? Есть! Я отсюда никуда не уйду, пока хорошо, не вижусь. Хорошо, хорошо. Понятно? Опаньки! Что значит опаньки? Водку в холодильнике, наверное, нашел. Ой. Я так и знала. Я так и знала, Зиночка. Что значит так и знала? Хорошо, вы знали. А почему нам ничего не сообщили? У нас здесь труп. Поднимайтесь. Я должна была к ней еще вчера приехать, но она попросила сегодня утром. Я ее пожалела, ей так тяжело из-за Алисы. Надо было вчера приехать. На первый взгляд следов насилия нет. Ее отравили. Не похоже. Это что? Вода. Плита-то электрическая. Можно предположить, что дама ждала мужа с работы и запекала курицу. Так и есть. Курица. Включила плиту, случайно пролила воду на пол, плита электрическая, бытовой несчастный случай. По-вашему, владельцы электроплит не должны мыть полы на кухне? Ну, вы знаете, должен вам сказать, что автовладельцы не всегда погибают в автокатастрофах, как и аллергики не всегда погибают от астмы. Сначала надо сделать заключение относительно исправности этой плиты. Да, не повезло Зине. Ламп, в общем-то, иди, а мы тут приберем. Давайте не будем им мешать. У нее мужа, Ярослав, и ты это прекрасно знаешь. Ну, может, любовник у бройлера готовил, я не знаю. И любовника у нее не было. Сама съесть хотела. Разве в этом дело лампа? Все, пойдем. Подожди, съесть хотела, в духовку не лезла бы. Знаешь, лампа, Зина мне тоже не нравилась. Но предположить, что она питалась сырым мясом, я бы не рискнул. Ну что это? Лампа, ну дома поешь. Я тоже не завтракал, но вещдок не трогаю. Подожди, подожди, Ярослав. Ты когда-нибудь курицу в фольге запекал? Я? Да ты что, у меня жена есть. Евлампия Андреевна, мне кажется, вы опять попытаетесь вмешаться. А что? Что, почему вы спрашиваете? Вы понимаете, в фольге бы такая корочка не получилась бы. Она была бы такая мягкая, разваренная. Вывод такой. Это курица-гриль, куплена готовой, и в духовке ей делать нечего. Ее сунули туда для отвода глаз, чтобы создать иллюзию, что Зина что-то готовила, и ей нужно было лезть в духовку. Ее убили. Блестяще. А вам не могло прийти в голову, что эту бедную курочку могли купить 2 дня назад, а эта бедная женщина просто засунула ее в духовку для того, чтобы разогреть? Да. Ну, а не проще было бы разогреть, допустим, в микроволновке? Нет здесь микроволновки. Ведь она права. Хочешь взять ее в напарники? Все, давайте работать.